Друзья, всем привет! Сегодня 10 августа, погодка неплохая, тучки небольшие вот у нас получается, тучки. Я иду на Капчик, в принципе, народу как-то поменьше стало. Вчера ходил в Судак, по Судакской набережной, и там... Ну, уже вечером, конечно, было это. Народу было просто тьма. Не протолкнуться. Ну, это было именно на Кипарисовой аллее. Решил не снимать. Так просто расскажу вам. Вот, а здесь у нас как бы можно спокойно гулять. Такие тучки. Небольшие. Татарская свадьба. Не буду снимать, чтобы не смущать людей. Да. А не, в принципе, здесь есть люди. Ходят. Короче, у нас штормит получается сегодня. С этой стороны штормит. Я, наверное, пойду на правую сторону. Здесь будет потише. Не, люди гуляют, в принципе. Сравните просто разницу с этой стороны бухты. И сейчас мы пройдемся на эту сторону. Здесь почти нет шторма. Как видите, все тихо. Соорудили у нас вот такой вот трон, можно сказать. Здесь по пути на гору Капчик. Но это, наверное, связано с тем, что как бы намек на то, что здесь был царь, купался когда-то на царском пляже. Вот. И, наверное, в эту честь как бы сделали какой намек на царский трон. Так, это получается у нас царский пляж. Как видите, здесь почти волн нету, потому что горы у нас закрывают, как я уже неоднократно говорил, у нас поселок Рогаткое находится, расположен вернее. И, как я понимаю, сейчас волна идет со стороны Судака. Поэтому в той бухте есть шторм за этой горой, а в этой бухте на царском пляже нет, видите. Вот, я намерен вот сюда спуститься, покупаться. А не забывайте поддерживать канал подпиской, жмите лайк и что-нибудь оставьте в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока.